С вами канал «Учебник слух». Английский язык, третий класс. Rainbow English, Unit 4, Step 3. Задание первое. У тролля Хэри три друга. Рик, Марк и Стив. Послушай диктора и скажи, кто из троллей Рик, кто Марк, а кто Стив? Hi, I'm Rick. I'm tall and fat. I'm very strong too. My house is by the lake. I like to swim, but I can't swim very well. Hello, I'm Steve. I'm a troll too. Look at me, I'm very short and thin. I'm weak too. I like to play in the woods with little black ants. I'm Mark. I'm not a young troll. I'm old. I'm very, very old. A house is in the woods under a big birch. I like to sit in my low brown bench and read books. I can read very well. Задание второе. Прочитай вслух эти слова и словосочетание. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. I, night, light. Bright, high, wide. Or, all, tall, ball, hall, small. Young, strong, long, wing, king. Narrow, yellow, slow, window, rainbow. Strong white wings. Small yellow tennis balls. The bright rainbow in the sky. Tall yellow trees on the high hill. Light and dark nights. Young kings and queens in the hall. Long narrow streets and slow cars in the old town. Задание третье. Скажи то же самое иначе, используя слово with. Как ты думаешь, что оно означает? Образец. I can see parents and their boys and girls in the park. I can see parents with their boys and girls in the park. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Задание четвертое. Скажи, в котором часу дети госпожи Уильямс выполняют некоторые из своих обычных дел. Образец. They sleep at 6 o'clock in the morning. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Задание пятое. Давай научимся считать по-английски до 20. Это совсем не трудно, если помнить, что русскому цать, 14, 16 и так далее соответствует английский суффикс teen, 14, 16. Послушай, как диктор считает от 13 до 20. Повтори числительные за диктором, а затем прочитай их самостоятельно. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Задание шестое. Послушайте песенку, разучите ее и спойте хором под музыку. One cat, two cats. Ducks.
А теперь попробуй вставить в песенку другие существительные и спеть ее снова. Вот некоторые слова, которыми ты можешь воспользоваться. Cock, pig, bird, kid, chick, ant, bee. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Задание седьмое. Ответь на вопросы по-английски, используя все числительные, которые ты знаешь. Сколько дней в неделе? Сколько пальцев у тебя на руках и ногах? Сколько месяцев в году? Какое число считается несчастливым? В каком возрасте учащиеся обычно оканчивают школу в России? Сколько лет обычно живут собаки? В каком возрасте в нашей стране обычно получают паспорт? А в каком возрасте люди у нас считаются совершеннолетними? Сколько игроков в футбольной команде? Сколько лет твоему соседу по парте?